Друзья, обращаю внимание тех, кто ищет земельный участок в Крыму. Есть хороший проверенный сайт, на котором вы можете подобрать себе подходящий вариант. Далее специалисты помогут вам оформить землю и, если будет необходимо, сделать геологию и рельефные работы. Ссылку для вас я оставил в описании к этому видео. Переходите и изучайте. Друзья, всем привет! Сегодня мы посмотрим с вами, что происходит на набережной Евпатории. И я сегодня не один. Всем большой привет! Сегодня со мной Грэм Филлипс. Большой привет, зритель, дорогие зрители, как Крым, это вообще! Поехали! Я думаю, многие из вас знают, что сегодня в Евпатории проходит реконструкция набережной Терешковой. Для моего родного города это действительно масштабный проект, как для Крыма трасса Таврида и Крымский мост. Сейчас мы с вами, как птицы, немного полетаем над этой стройкой. Работы по строительству и реконструкции набережной имени Терешковой ведутся по федеральной целевой программе. Проектом реконструкции предусмотрен целый комплекс работ. Прежде всего, это реконструкция и строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью около 1,5 километра. Причал на набережной имени Терешковой также будет реконструирован. Эти работы входят в концепцию развития портовой инфраструктуры Крыма. Для обеспечения сохранения отсыпок создаются пляжеудерживающие сооружения искусственные рифы. Их возводят в море на глубине 3,5-4 метра. Длина каждого составляет 80 метров. Берма будет состоять из нескольких слоев – крупного камня весом до 0,5 тонны, гальки и песка. Также планируется провести очистку акватории дна у побережья. В сквере имени Караева проведут благоустройство и озеленение. Установят новый сухой фонтан. Променадная зона будет сделана в один уровень из специальных террасных плит. Сейчас вы видите, как будет выглядеть обновленная набережная после завершения всех работ. Очень скоро я более подробно вам расскажу об этой евпаторийской мегастройке. Кстати, на набережной теперь будет песчаный пляж. Что вы об этом скажете? Я жду ваших сообщений в комментариях. В описании к этому видео я оставил для вас пару ссылок на свои сюжеты о Евпатории. Скоро будет еще кое-что интересное. Следите за каналом и обязательно проверьте, активирован ли у вас колокольчик. Грэм, ну как тебе набережная? Понравилось? Там это было вообще просто, это было мега масштаб. Я вообще эмоции просто, я зашкаливаю. Это вообще просто супер. Оп, будет классное видео. Там Крым forever. Номер один. Ну все, давай, хорошей дороги. Давай, Кэм. Увидимся. Номер один. Пока. Капитан Крым.